Ноябрьск на 3 дня стал центром внимания для футбольных болельщиков округа. В городе прошло первенство Ямала по мини-футболу. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. В этом году он собрал рекордное количество команд нашего региона – 15. Игроки, а это юноши 8-9 лет, провели серию. На площадке в «Зените» в спортивном комплексе «Газпромнефть» прошло больше 30 матчей. Финальные игры состоялись в четверг. В борьбу за чемпионство вступили первый и второй состав команды «Газпромнефть-2010». Жаркая битва началась уже на первых минутах матча. Лидерство проявили фавориты первого состава. Уже в первом тайме им удалось забить 3 гола, а за 1,5 минуты до свистка в воротах оказался и 4-й. Во втором тайме ситуация не изменилась. Единицы по-прежнему вели игру на поле противника. Второй состав предпринял несколько попыток пробить оборону, но они оказались неудачными. Как итог, еще несколько пропущенных мячей у двоек. А за 30 секунд до конца матча был забит финальный, 8-й гол. 8-0 в пользу «Газпромнефть-2010-1». Таким образом, места на пьедестале распределились. Первая и вторая позиции у игроков «Газпромнефть-2010». На 3-м юноши из команды спортшколы имени Еременко 2011 года. Город Новый Уренгой. Всем футболистам вручили памятные призы, а также наградили лучших игроков турнира. Традиционно турнир проходит при поддержке компании «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Команда в этом году, в этом сезоне выиграла первенство Тюменской области среди ребят 2010 года. Выиграла Кубок Тюменской области. Первенство Ямала в нашей копилке не было. Звание чемпиона Ямала. Теперь появилось еще звание чемпиона Ямала. Престижно.